Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какую процедуру сейчас вы будете проводить? Эта процедура называется подводный душ-массаж. Скажите, какой эффект достигается с помощью данной процедуры? Кровоток, лимфоток восстанавливается. Очень хорошо для кровоснабжения сосудов. Женщины любят эту процедуру в плане целлюлита. Очень хорошо. Скажите, а какова длительность этой процедуры? 20 минут. А сколько необходимо назначить процедуру, чтобы был видимый эффект? От 5 до 10 сеансов, в среднем 8. То есть можно каждый день? Да, можно каждый день, да. Можно и больше 10, можно и 15 сеансов, если позволят сроки лечения, пребывания в санатории самом. Скажите, а детям можно назначать эту процедуру? Маленьких детей, конечно, не стоит сюда, но уже школьного возраста можно. Хорошо, подскажите, какие ощущения вы испытываете? Хорошо. Спасибо большое. Хорошо.